На базе конно-спортивной школы НИУ-БелГУ прошли традиционные соревнования, объединившие представителей конно-спортивных клубов Белгородской и Курской областей. Открыл соревнования ректор НИУ-БелГУ Олег Полухин. Он рассказал о развитии спорта в университете, в частности, о поддержке конно-спортивной школы. Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков поблагодарил коллектив университета и ректора за поддержку конных видов спорта. Соревнования проводились на трех маршрутах с препятствиями до 80, до 100 и до 110 сантиметров. Победители соревнований получили ценные призы и денежные премии. Перед зрителями выступила арт-студия «Вереск». Пятые юбилейные соревнования стали урожайными для спортсменов конно-спортивной школы университета. Наши девушки завоевали кубок губернатора и 4 медали – 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.